9 марта 2013 года. Открытие этого заведения в Ибар. Такое место, в которое зайдешь и чувствуешь, что сразу оно тебе по душе. В которое зайдешь и чувствуешь атмосферу, такую дружескую, такую уже родную. Лично я, когда сюда зашел, мне сразу сложилось ощущение, что я здесь, я сюда хожу буквально каждое воскресенье. И думаю, согласно своим ощущениям, я буду ходить действительно сюда каждую неделю и буду здесь отдыхать. Очень хорошее место. И спасибо владельцам, спасибо дизайнерам за то, что сделали такое хорошее место. Мир Эйбл, Дэнгл, Эйбл, бла-бла-бла. Я думаю, это место должно взорвать Алматы. Да. Надеюсь, оно взорвет. Надеюсь, да. Только, блядь, давай не Хиросиму Нагасаки устраивай. Хиросима, отдыхай. You give me more than I can return. Yet there's so much that you deserve. There's nothing to say. Nothing to do. Извините, вас же Нурикзай, да? Да. Извините, я хочу спросить, как вам место? Самый офигенный город, отвечаю. Серьезно. Самый грамотный. А можешь идти. Приходите сюда. Айган, я хочу спросить, как вам место? Да? Надеюсь, нравится. Здесь такие, только у нас такие красивые девушки. Приходите. I'm nothing to give. I must live without you. You know we hate. On my way.